нельзя просто пить. Я не думаю, что это занесло. Он заложил после кофе. Такое бывает у меня. Значит, включить его во веки вечно. Здесь у тебя такое бывает. Я, кстати, не в первый раз слышу такое, но все мы люди, все мы разные. Это странно. Это сухое молоко. Да? Не собираю. Что там говорил? Еще что-нибудь хотите взять? Пожалуй, нет. Что тебе надо? Нога. Нормально. Что ты сегодня не раскачаешься на ногу? Нет? Да нет, нормально. Отлично. Сладкий? Эльбус. Ты нормальный? Вы взяли? Нет. Ты ему написала, что сделали вот это, вот это, вот это, а у меня вот это. Что нужно делать? Да? Но он не отвечал, отвечал. Я его спросила, что сделать, что делать. И он не ответил. На все остальное он отвечал. Нет, это было не в субботу. И тем более он сообщение отвечал. То есть он... Он отвечал, отвечал. После того, как я спросила, что делать, он перестал отвечать. Я же ему прислала фото моего уха. Фото носа. Он ответил, то, что это вот такая, типа, фигня. Я спросила, что с этим делать. И ты ему сказала, что то, что он рекомендовал, ты уже сделал? Вообще-то я не сделала. Я не сделала уколы.
Надо было уколы сделать? Надо было, я и хотела взять с собой. Ты не взяла. Потому что я ждала то, что этот документ придет в Россию лететь. А мне же надо 20 дней на уколы. 20 дней? Да, потому что через день 10 уколов. Я хотела взять на гири и забыла. Ну, 20 уколов через день ты какие-то могла и в Самаре делать, то есть, в смысле, и в России могла делать. Я хочу через Китай полететь, поэтому проблематично. Тем более не в Самаре, а в Москве. Я же в Москву прилетаю сначала. Поэтому мне надо здесь все доделать, прежде чем улететь. Там внутривенно? Нет. Двигатель. Ну, понимаешь? А какие уколы? Это, по-моему, чай. Это. Какой чай? Вот это вот. Заебись. Что, вам кофе надо? Если можно, возьми, пожалуйста, кофе. Тебе тоже или чай попьешь? Что? Я тебе. Нет, чай. Я думал, там все кофе графинчики. Я поэтому и не иду брать. Потому что там написано. Я и не пыталась прочитать. Так ты. Ти-то я могу прочитать. Ну, да. А я к вам пью, потому что какой-то интересный кофе. Непонятно. Угу. Потом прихлёбываю еще раз. Обычные люди, которые просто захотели поехать на какой-то спокойный остров, сюда не приедут. Сюда приедут только те, которые знают Бали, которые знают Индонезию. Ну, здесь нет таких вот, чтобы из России прилетели сюда. Ну, там много, очень много. Я еще, главное, так, Ване Сигуре, надо поосторожнее высказываться по поводу там, кого-то. Вдруг русские были. Ляпнешь так. У нас такой случай был со Снохой. Мы идем, а перед нами идет девушка. Я уж не помню, толстая она или худая была, что уж у нее было, я не помню сейчас. И вот мы идем по-татарски с ней. Ой, да вот она, что-то, да, что она одела, да 50-е. Ну, идем и обсуждаем ее. Он в конечном итоге не выдержал, повернулся и говорит. А оказывается, со спины-то нам показалась она молоденькая, она взрослая уже. Повернулся, говорит, вам не стыдно? И все. И мы офигели. И мы ничего не сказали, не она. Она говорит, вам не стыдно. И с тех пор... А вы ее шли обсуждать? Да. Мы шли по-татарски говорили. Я Масик Дигили. Мы не думали, что она татарка. Идем мы, Костя, и мы. Потому что мы с Диной всегда, вот где бы мы ни были, мы всегда по-татарски разговариваем. Мы всегда разговариваем по-татарски. А, кстати, Вика умеет по-татарски говорить? Ты что, шутишь? Нет, наверное. Нет. Да.
Вот. И, ну, вот и с Расыхом тоже, и Рома, конечно, он толком не говорит, но ты ему говоришь, он понимает. Поэтому, если что-то неудобно, мы всегда говорим по-татарски. Ну, Дина татарский знает. Она и читает, и пишет, и говорит, и она 2 года в Казани жила. Во-первых. Mm. Во-вторых, она целый год росла у дедушки с бабушкой. Мы на севере были. Понятно. И с тех пор, и я еще тебе говорю, нарвешься, а то на русский. Ну, Анисия, как всегда, головой покачала, пошла. Я уж не поняла, добро она мне дала не говорить по-русски или не добро. Да. Хочу в Америку как студент по обмену. Это значит, типа, жить в американской семье. Да, я знаю, что это такое. Вот мне интересно. У нас на рынке у женщины внучка в Англию поехала. Приехала оттуда вообще в полном шоке. Там, знаете, как вода дорогая. Если, допустим, кто-то искупался в ванной, то воду не выливают. Этой водой там обувь могут помыть, полы помыть, там еще что-то.